Сегодня мы будем снимать обзор работы фермы. Ну а перед началом видео не забудь поставить лайк, подписаться на канал, ну и конечно же еще поставить колокольчик. Ну а мы погнали к началу видео. Я уже приехал на ферму, и сейчас я буду работать на комбайне. Посмотрим, сколько мы сможем заработать денег за пару минут. Ну а ты не забывай, конечно же, поставить лайк, подписаться на канал, ну и конечно же еще колокольчик. А сейчас я пойду устраиваться. Она находится вот здесь. Тут есть аренда транспорта. Получается, вы вот подходите к этой рубашке. Это вот пойдет работа фермером. Это вы будете работать, получается, на поле, таскать кусты. Потом, когда вы прокачаете скилл, вы сможете работать на комбайне. Я сейчас буду работать на комбайне. Устраиваемся. Желаете устроиться на работу комбайнером? Да? Так, все, устроились. Бежим. Вот они стоят, комбайны. Получается, мы заходим за эту оградку. Садимся в комбайн. И все. Заводите движок и ездите по чекпоинтам. Ну что, я погнал дальше ездить. И посмотрим, сколько я в конце видео заработаю. Девочка Бэнди, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта. Девочка Бэнди, грустный эмоджи, ты мне нравишься тем, что ни на кого не похожа. Девочка Бэнди, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта. Девочка Бэнди, грустный эмоджи, ты мне нравишься тем, что ни на кого не похожа. Девочка Бэнди, последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта. Девочка Бэнди, грустный эмоджи, ты мне нравишься тем, что ни на кого не похожа. Ну что, ребят, я поработал пару минут и собрал всего 20 килограмм. Конечно же, это мало то, что там собирается, при том, то, что есть минусы у этой работы. Комбайн медленный, плохо поворачивает, и еще тяжело есть по этой, как сказать, по этому пути. Ну, из плюсов, мне кажется, будет хорошая зарплата для новичка. Ну, а мы погнали, давайте проверим уже, сколько мы заработали. Ну что, нажимаем уволиться. Ну, получили за 20 килограмм 1440. Ну, в принципе, это хватит для новичка, я так только могу сказать. Для игроков с большим уровнем это будет очень мало. Ну что ж, ребята, а это видео подошло уже к концу. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, ну и конечно же еще колокольчик. Ну и всем, ребята, пока-пока.